Babshi Ihar Sheba, Lila Serti Ereva. Efti Uto Autove, Jaris Kazda Kedera. Gav sapnut tisperi zeta, zet gamov harshot lami. Vret chav darshi, da vret chav dar darshi, arun zagat sesami. Tisa batara sukan romet vas, vret chav drita da gami. Yeah.
Хозяина танцевали, и меня научила. Ведь наша мама говорила, хочу, чтобы вы были артистки. Вы и есть артистки? Нарумянится вам и готово. Тетя Варду, а сегодня танцкласс открывается. Папа говорит, если подойдете, уж ладно, я раскошелюсь. А учитель из Италии, иноченца фамилия. Вот мы с Марой и разучили такой танец. Чтобы поехнему было. А посмотрите-ка, что у меня. Какое красивое. Чье это, тетя Варду? А не ваше дело, чье? Ваше дело не изорвать, не испортить. На экзамен пойдете, вот тогда и наденете. Tutti soffristo vorrei vivart, senza mal da sfadarci. Tuerta vanes arla charet, avisse vetira da gurceva. Armi qua, sare armi qua, asio arpi di sieri, arsenziani mi spursarà, tu mi devo del sieri. Я так и степуло сагемо дизаво, Троги ани нано смадри ани сарос. Та умар жо спавале Ахи тумлис коне маса, Аргал сэм хамаса харпкаса, Аргай фисос мзинаре, Арси миски цэ гамвели, Тугин цами бос динаре. Адрес бутас кавакете, сикше бабам угротеса. Сваси хнав да сгаваши утесав, сваси мумки сарчо семса. Арми хвас, сара, арми хвас, ати орди сиери, арсельдами биспусара, тухи преводер сиери. Ha, ha, ha.
Хороший человек. Все можно. Еще бы. Смотри, как разоделись. Идет, да. Тетя Варду говорит, мы теперь как царские дочки. Так вас она, выходит, так вырядила? Ты куда, папа? Не уходи, выйди на дорожку. На здоровье. Ясноглазые мои там ждут. За мной прибежали. Да-да-да. Папа, бабочка, быстро! Ну что ты стоишь, ну, бабочка, ну? Кажется, мы им понравились. Вы кто? Простите. Я отец.
Так эти очаровательные девочки. Ваши? Они у меня без матери росли. Очень любят танцевать. То, что они умеют танцевать, это видно. Да. Но ведь наше заведение платное. Да. А сколько нужно денег? Курс обучения у нас стоит 50 рублей. Это минимум. Ага. Простите. Мы не туда попали. Вы нас не так поняли. Мы с удовольствием, но понимаете. Ваши девочки нам понравились. Да, но... Что им тебе сказали? Не залетай высоко, а то низко сядешь. Добрый вечер, тетя Варту. Рассказывайте, попрыгуни. Хвалил он вас или ругал? Не ругал он нас, хвалил. И танцевали хорошо, и ваши платья подошли. Но все равно. Что все равно? Все равно нас не возьмут, потому что денег нужно много. А у папы совсем нету. Мне говорит, за всю мою жизнь столько не заработать, сколько они просят. Подожди, а много они просят? Целых 50 рублей и на копейку Миши не возьмут. О, 50 рублей? Значит, у кого в кармане пусто, тот уже и танцевать не должен. Значит. И постель убирать не должен. А? И посуду мыть тоже не должен. И не должен выметать сок. Ловите! Тебе веник, а ты держи совок. А папа ваш где? Как привел нас вчера из танцкласса домой, так мы не видели его до сих пор. Беслете дива и садар вере, родажами мимо темпестенда. Эсам хвекнат со добра литрия лес, се сара горар шал деванета. Рия лес, рия лес, бед издорба литрия лес, Rodzic, jak wątpię, wierzy, na Bóg wisu się wsiadę, trialec, trialec, kiedy zborowali trialec, trialec, a dwieście do sawartali. Загорила се склад век са стали. Верто че во че би сод вид да и сви, Эрт хелва изга ахилет вали. Риалес, риалес, без
Что такое? Ты почему не у хозяина? Не пойду я больше, а Георгу нет. Это что за разговоры? Даже думать, что мне смело. Я все равно не пойду. Лучше кинуться в речку. За что это я терплю? Легко тащить целый сажень дров. Они что, на себе заставляют таскать? А? Вчера вечером мне привезли дрова из деревни и прямо так у забора сбросили. Как увидел ага Георг, обозлился и говорит, хоть всю ночь таскай, а сарай чтоб были, а я не справилась. И половины не перетащила. Надо рваться мне, что ли? Все бросила и убежала. Эх, Вардо, все твои старания прахом пошли. Радость не для нас, и Бог на небе не для нас. Не ропщи на Бога, Павле. И на таких, как мы, он когда-нибудь посмотрит оттуда. И что человеку унывать, когда у него две такие дочки? Они, может, не сегодня, завтра царским детям нос утрут, м? Субтитры создавал DimaTorzok.
сама из Момдика. Она доведет сердца куса. Mama,
Кто там? Это я, братик Вардо. О, Вардо, это ты? Да. Доброе утро. Заходи. Откуда ты взялась? От каких ветров? А это что? А, птичку? Птичку поймала, да? А? Где взяла? В лавке у мясника. Нет, правда? Как бог свят. Вошла, смотрю, в лавке не души. Чертов мехака за стойкой дрыхнет. Где взяла? Смотри, слышишь, язык прикуси. А то я знаю тебя, раззвонишь на весь околоток. Ай, Вардо, Вардо, ты, оказывается, на все руки. Не знал, не знал, ей-богу. Вардо, я думал, ты только подстирать, подстелить. Сколько тебе дать, а? Давай побольше, не обижусь. Что значит побольше? 2 рубля. Сегодня уже 4-го такого покупаю. Постой, куда? Обратно в лавку отнесу. Друзья! Ну что? Хотел накинуть тебе 20 копеек и кончено, а? 5 рублей. О, куда смотрит полиция? 20 лет служу этому делу, первый раз слышу, чтоб за теленка столько запрашивали. Ты с ума сошла? О, 5 рублей. Да я к этой пятерке добавлю еще 5, шубу куплю. Давно о шубе мечтаю, тем более сегодня в горы надо идти. Скот купил, пригоню. А какую же ты шубу хочешь? Хорошую хочу. За 10 можно купить, за 20. Ох, фуага, Георка, шуба, фа! Я бы за такую 50 отдал. Неужели и не торговался бы? Эй, прахом родного отца клянусь, и не подумал бы. Ладно, хватит о шубе. Вернемся к теленку. А, так тебе быть, дам тебе 3 и по рукам. Не свое, чужое продаешь, так что ты не в накладе, а? Слушай, Панкерс, я сказала, 5 рублей, нет, так заберу. Да не трожь! Зарядила 5 рублей, 5 рублей. Чистый грабеж. Эй, слышишь, ограбленный, дай мне нож. Какой нож? Зачем нож? Кому нож? Ты же банкет верующий, правда? Ты должен сам знать. Купил краденое, отдай нищему кусочек. Ну, там печенку, селезенку. Вот сейчас пойду мимо церкви, всем убогим понемножку достанется. Панкес, скажу вам, послал. Ешьте на здоровье. Во! Доброе дело сделаешь, насытив их плоть, и свою грешную душу спасешь. О. Спасибо, красавица. О, это что за женщина? Арвинарда и Джеревс, Панкис Роцага и Гевс, Тарги Тернера Сави, Савто Сатрумари и Гевс. Дилил, 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 ме, тарам, 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 то, то, Аргентино, шили, ме, тут се пробежала, то. Басовре Бонди, друла, равка на сезем ти диде. Вала перси, друла, и друла в дал ми диме. Дилил, 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 дилил ме. Тарам, 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 то, то. Аргентино, сири ме, у цепром не гала, то.
Анна-бана, Анна-бана, мама хоть и мугритана. Анна-бана, Анна-бана, ведь под мама шелестана. Ура, ты скребриалы, ура, ты скребриалы. Анна-бана, Анна-бана, мама хоть и мугритана. А потом фразмурочка раз, танцу не мече урят пень. Говорит, зачем и как же мама? Помолчите! Я тебя вижу, Диво. Чего прячешься? Мяу. Ой, до чего нож замялся. Вот-вот отвалится. Что за погодка? Понимаешь, стою и думаю. Погреться бы у них, но не знаю, встали уже или еще спят. А тут как раз и ты. Ну ты, сова. Много за ночь высмотрел. Постой, постой. Куда спешишь? Павлиджан. Пристав меня в околоточные хочет произвести. Я должен чуть какой непорядок на заметочку брать. Понял. Ну, а здесь тебе что нужно? О. Хорошо пахнет. Ну, вот я, Павлиджан, и пришел узнать, сколько тебе досталось. Что за мясо варится? Заяц? О, ушастенький, да? Но все-таки как же ты его, а? А так же. А. Зайчик прыг-прыг, и Павлен котел прыг. Асаспеба, исаспеба, сизмарьев, асаспеба. Веди туга в скурзу целицкий, квапчики тон, чадаспеба. Асаспеба, исаспеба, фоцанатра, агеспеба. Китон мой харшеба, да пухи, китон чабриндеба. Асаспеба, исаспеба, сизмарьев, агеспеба. Твитон чей газмеба, да зепсу празе, тагеспеба. Если гильдрам красив зегал, и сиганец гадит неба, а мы всем веки раз, но все всем веки раз, и мы всем веки раз, и мы всем веки раз. Ой, брось, брось, Павле, ты что, с ума сошел, а? С вашего разрешения, господин полицмейстер, в нашей околотке за истекшую ночь не произошло ничего достойного внимания. Приятного аппетита. А что новенького насчет рабочих? Дзибо не сказал, не готовят они.
Бунт или переворот не приведи Бог. Не извольте беспокоиться. Тишь клад, Божья благодать. Чудесно. Убрать. Дальше. Из лавки мясника унесли вчера целого теленка. Его нашли? Что вы, сударь, разве найдешь? Съели уже. Дальше. У дома владельца Георга Георгова утащили целую сажень дров. Хорошо, пускай теленка. Но волк дров стащить. Ты соображаешь? Целую сажень. Вы мясо унесли, что ли? Так ведь что поделаешь, сударь, горе с этими дровами. Кто на себе носит, кто на дрогах возит, кто на осле. Ты разве поймешь, где краденые, где свои? Господин пристав, дясник Михайка просит аудиенции. Пустись. Доброго здоровья. Купил вчера за 5 рублей теленка. Садил его, осиживал, на крюк подвесил. И как его украли? Знал бы как, знал бы его, а то вот. Откуда украли теленка, я тебя спрашиваю. Ну так я же говорю, из лавки. А ты где находился? Да тут же, начальник, спал за стойкой. Спал. Спал, да? Был кто-нибудь в лавке, кроме тебя самого? Ну, какой-нибудь приказчик. Будь что он был. Но я его послал по одному делу. Ва, вижу, не о теленке. Не о теленке разговор. Как не о теленке? 5 рублей заплатил. Разговор и не о 5 рублях. Слушай, что тебе говорят, и перестань твердить про своего теленка. Как не говорить, он у меня не выходит из головы. Ва. Ты сам виноват. Ва. Не надо было встать. Ва. А при чем тут? Прошу вас удалиться. У господина пристава есть дела поважнее вашего. Ва. Совсем видно, вы Бога забыли. А разве мое дело не дело? Забил теленка, освежевал, на крюк подвесил. Да. Забил раз. Освежевал два. Зажарил три. Позавтракал, пообедал, поужинал. И с клёза явился, да? Ты кого обмануть хочешь? Не знаю я тебя, что ли, разбойника. Кровопийца! Несчастье всего квартала! Составить протокол. Какой такой протокол? Надо по закону. Что? Голос повышаешь. На кого? На власть? Берегите нервы. Убрать? Туда его, негодяя. Денек-другой отсидит, шелковым станет. Ой, а куда вы меня ведете? Куда вы меня тащите? Христа на вас нет. Где правда? Купил теленка, освежевал, на крюк подвесил. Молчи! Посадил? Так точно. Сколько он дает? 5 рублей. Жулик! У него с собой нет больше, конючит, слезами обливается. Возьми деньги, отпусти. Уже взял? Вот они. Отец родной. Сейчас, сейчас. Прошу, пожалуйста. Так ведутся цвердин в кадрец, а все мир цвердин. Там на шаве стати рамде, тумом чивар смов спокадре, раз и два и три, цвин дали рома равор, албат карга цудеми. Там вам косат самашо, цар думот цреми. Сирацо созвала топ, там са цвигат дневит, вигат маграб не цвадлев, о Мария Свевич. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, о Мария Свевич. Батла савара цуди, курди пусту гвиков, нюйк неба охонт бунти, нюйк неба охонт бунти, нюйк неба охонт бунти. Раз гимда их кос. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Раз гимда их кос.
Браво, браво. Золотой вы мой, прямо-таки золотой. Мое почтение, господа. Слушаю вас. Я беспокою вас по поводу пропажи дров. Еще вчера к вам наведывался, но вас не было, вы кутить изволили. Ваша фамилия? А вы не знаете моей фамилии? Смотрите-ка, кто бы мог подумать, а? А думать здесь нечего вам. Извольте назвать свою фамилию. Вы должны внести ее в протокол. Пишите. Георг Георгов. Сословие. Чернорабочие, разве не видно, нет? Не вынайте дурака. Ну, а знаете, так чего спрашивать? Они являются владельцем дома. И не одного дома, а домов. Значит так, у вас украли дрова. Откуда их украли? Из сада, у забора лежали. Из сада, значит? А может, они у вас лежали просто на улице? Перед садом, на моей земле. Я велел служанке убрать дрова, а она оставила их под открытым небом. Я требую, чтобы ее родные полностью возместили мне убытки. Скажите, а почему, собственно, возмещать ваши убытки должны ее родные? Вы ее подозреваете? Нет, ну как вам сказать, за руку я эту девчонку не схватил, но пропажа произошла по ее вине. Она оставила дрова. Кто-то должен мне заплатить или нет? Хорошо, разберемся с этим. Установим наблюдение, изучим сложившуюся ситуацию и дойдем до сути. Зло беспунцели, зло беспунцели, селья не вистаться. И на сашке само упария, бери суба живо упария, туда иди не спасться. Снови спуцели, селям не вистаться. И на сасуре хлопо упарав, бери суба си хлопо упарав, туда иди не спасться.
прогонила. Прокопила. До соденья. До сокретья. Банкобо. Мне нужно самого главного, начальника. Я здесь самый главный. А что вам нужно? У вас две девочки танцевали. Их отец... Мы другие, да? Ну, что на друге? С кнутом. С кнутом? Да-да. А, да-да. Вспоминаем. Да. Ну и что? Ведь эти девочки правда хорошо танцевали. О, да, они да, танцевали да. Прекрасно. Мы сказали об этом их отцу, но... Да-да-да, я знаю. Я принесла деньги. Здесь 50 рублей. Да. Возьмите. Grazie. Спасибо. А кто вы будете этим? Этим детям? Я никто. Я чужая для них. Я вас очень прошу. Вы не должны говорить, кто за них платит. Мадам инкогнито. Браво. Прошу вас. Катамадзе. Но. Бесстыжие твои глаза. А, что в моем доме без фокусов. Смотри ты у меня. Идемте, дети. Да. Да. Атамадзе, есть. Лестницу. Так. Держи. Сейчас посмотрим. Оп. А. Ведь я вам говорил, господин пристав, что вор мог пройти только через эту парадную дверь. В мой дом даже муха не влетит, не то что человек. Подождите! Установим наблюдение, изучим ситуацию и дойдем до сути. Не первый раз, слава богу. Вах, 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 вах. Кто же сомневается, установите и изучите, дойдете. Но знаете, что я вам скажу? Пускай ваши люди обыщут дом Павле, потому что ключи от моего особняка находились у его дочери Моро. Если вас послушать, любезнейшим, так я должен из-за ваших дров и вашей шубы весь великий квартал взбаламутить. Извозчиков обыскать, все лапки позакрывать, кого-то за решетку, а кого-то в ссылку. А вспомните-ка, кто у вас вчера был? У меня? Да. Кроме прачки Вардо никого. Ни одного человека. Вардо? Вардо. Вардо никогда. Вардо всем известным честностью и трудолюбием.
Если, например, поставить у корыта двух мужчин, они спасуют перед варварством. Нет-нет. Эта версия нам не подходит. Пардон! Господин пристав, граждане требуют спустить ищейку! Спустить! Спустить! Доброго утречка. Ты чего явился? Мое почти. Что-нибудь новое узнал о бунтовщиках? Докладывай. Насчет этого не беспокойтесь, у них все в порядке. Я, можно сказать, неусыпно. Но по поводу вчерашнего этой самой сожжения трофи мяса, это вас не зря стрелет. Не суйся, куда не просят. Минуточку. Я ведь к вам от всего сердца вашей высокой милостью живу. Уже и погончик я колодочного примеряю. И если будет на то ваша воля, так и я. Я тоже по мере сил постараюсь вам оказать какую-нибудь услугу. Знаем и вас. Ну, выкладывай, что там у тебя. Можно сесть? Насколько я улавливаю... Вот это бревно из той сожжения, что украли у Георгова. Да, оно. Где его нашел? Где? Бог свидетель. Кто другой бы сказал и не увидел бы собственными глазами, никогда бы не поверил. Ну что ж, человек зачат в грехе. И если дьявол захочет, святого попутает. Так ты что, у святых врат это бревно подобрал? А? Точно, точно. У ворот, клянусь честью, ваше благородие. А ворота чьи? Возчика Павлец, знаете? Может, ты и шубу нашел? Шубу, да? Да. Шубу нет. Но трава? Да. Трава у него. И мясом, теленочка, между прочим, оттуда же пахнет. Бонжорно! Дорогая. Мы пришли сообщить вам, да, что обе ваши очаровательные девочки приняты в наш танцкласс. Да. Спасибо. Благодарю. У меня же денег нету. Пусть это вас не беспокоит. Дело в том, что в этом городе есть люди, которые заботятся о ваших детях. Что такое? Я знаю! За кого-то принимать, господа! За кого-то! Доложить, господин пристав, операция завершена. Возчик Павлей и вся его банда надежно изолирована. Не беспокойся, буду жаловаться. Я протесту! Вы не имеете права, господа! Ну, что вы делаете? Господа, что вы делаете? Это нельзя! О, так, повернись.
Эх ты, мешок сена. Зачем оплатки? Зачем оплатки? Зачем? Куда? Куда? Куда ты лезешь? Куда? Нашел? Дайте деньги, деньги мои. Ровно 50 рублей. Спрячь здесь. Стой, стой. Здесь. Эту даму я, пожалуй, обещу сам, лично. Ну-ка, Калаварес, рассказывай, как ты похитил мясо, трава и тому подобное. Видит Бог, в жизни чужого не врал. Вряд ли глазу не моргнет. Да я не вру, вы послушайте, я правду говорю. Значит, стою это я позавчера, вижу, снег идет. В камине пылает огонь. А на дорогах куча дров. Ну, это еще что? Вчера утром встал, опять вижу огонь. На нем стоит большой котел, а в котле кипит телячья и селезенка-печенка. А сегодня проснулся, видит, шуба висит. Нет, шубы не было, зря не стану говорить. Не станешь говорить? А вот я тебя отправлю туда, отсидишь где-нибудь в другой. Станешь шузгом, тогда и поговорим. Сядь! Господин начальник, за что? За что у меня? Откуда у вас эти 50 рублей? Эти 50 рублей нам вручила некая незнакомка, имени которой, к сожалению, не знаю. Да, а вручила она нам с единственной целью, чтобы мы обучили европейским танцам детей этого человека, которого вы только что упрятали за решетку. А пусть обучение в нашем танцклассе стоит ровно 50 рублей. Потрясающая легенда. Сейчас я вас тоже посажу. И завтра вы мне расскажете, как этот пройдоха продал шубу и вручил вам 50 рублей. Взять! То? Вы не имеете права, господа. Вы имеете право. Я иностранец, понимаете? Я иностранец. Жена моя, жена моя, жена. Я уже сказал. С вашей женой я буду разговаривать лично. Как вы смеете? Как вы смеете? О, порка Мадонна! О, порка Мадонна! Жена моя любимая, не забывайся, Алиса! Ку-ку! Тетя Мадонна! Тетя Мадонна! Тетя Мадонна! Что случилось? Поплали, давали! Позвоните в полицию, тетя Мадонна! Не может быть! Я надеюсь, вы нами довольны. А, что значит доволен? Мало сказать доволен, я просто потрясен. Воистину, Господь вас наградил даром провидения. Нет, я себе не прошу, что сомневался. Я на весь квартал раструблю, что вы гений розыска. Пусти меня! Куда прешь? Куда прешь? Пусти, говорю! Мардо? Что такое? В чем дело? Вот даже не знаю, как вам ответить. Вы тут все такие важные сидите. Что вам мои слова? Наоборот. Для меня каждое твое слово на вес золота. Это правда? Поверьте вы мне, бедняга Павле ничего не украл. Вы его зря арестовали. Ты этого душевности и наивности, Бардо. Ты думаешь, если ты живешь в ту доме, не возьмешь чужого, то и все вокруг то же самое. Это не так, Бардо. За все воры, все, кроме тебя. Да какое там? Я и есть вор. Не верите, нет? У Михаки теленка. Шубу и дрова у ага Георка своими руками взяла. Слова словами, Бардо, а улик у тебя нет. Вам улики, ради бога. Вызовите вашего полицейского шарше. И пусть он скажет, ночь, когда украли дрова, кого он видел на дорогах? Вызовите Михака сюда. И спросите у него, кто ходил к нему в лавку, Вардо или Павле. И узнайте, кто ходил в танцклад к балетмейстеру. И кто ему дал 50 рублей за обучение двух девочек. Господин балетмейстер, позвольте мне привести полицию. Тьфу, балетмейстера. Ты в своем уме, Бардо. Если все это подтвердится, я буду вынужден отправить тебя туда. А мне все равно. Так уж оно повело, что нам только беды. А таким господам, как этот, что у вас расселся,
Одни только радости. Все для них. Сухие дрова, теплые шубы, да еще танцклассы. Тихо. Уберите руки. Здравствуйте, господа любезные. Вы узнаете меня? Ну, помните, я к вам приходила в шляпе. Когнито! Я же говорил вам, что деньги принесла нам незнакомая женщина. Пугайте меня. Слышали? Так все и было. Сажайте меня, только сейчас же велите выпустить невиновного. Дети его дома ждут, в крик плачут. Сажайте меня. Ничего, кто-нибудь другой их выведет в люди. Так что, посадим? А что нам делать? Сама просит. Шубу кому продала? Найдете свою шубу и без моей помощи. Кто в этом квартале скупает краденое, вот вы у него и ищите. Выходи. Живо. Иди. Как ты сюда попала, Варду? Да что там, Павле? Христос недаром учил. Нет у тебя ложки, ешь руками. Значит, шуба, теленок, трава. Это все ты? Хотела добра твоим детям, но правильно говорят. Не разевай рот на чужое, подавишься. Будет туго обстрелить, эти снова реликвии, кричат по звери честные. Талант, береги. Какая женщина тебя любит. Эх ты, чучело. Здесь кроме старого барахла ничего нет. Ой, ой, что это? Птичка Гульнара. Что? Патаманзе! Есть! А вот эта пачечка. Кто вручил ее прачке Вардо? Откуда мне знать, господин пристав? Я и во сне не видел столько денег. Ну, раз и во сне не видел, не увидишь и наяву. Золотой. Ну, золотой. Так вот, слушай. Даю на раздумье 3 дня. После чего? Или ты вернешь ему шубу, или я отправлю тебя туда и взыщу 5-кратную стоимость. А почему же, собственно, я должен еще 3 дня оставаться без шубы? Что-что? Да я из-за вас в квартале все вертмам перевернул. Я вам в угоду посадил под замок честного человека. Вардо, Вардо. И вы еще недовольны мной? Кончено!
Я ставлю точку на этом деле. Лей! Фу! Фу! Таракан! Можно сказать, искоренили у нас воровство. Но на нас свалилась новая беда. Квартал ходит в грязном белье. Ужас! Я вам больше скажу, так завшивил, что, поверьте мне, не поможет ни одно средство, кроме одного. Какого? Слушайте. Да. Советую, пока не поздно, выпустить Вардо на свободу. Вардо? А что вы думаете, и огарком можно дом спалить? Сегодня прачки отказываются белье стирать. А кто знает, может, они завтра на улицу выйдут? Ой. Бунт? Вот именно этими пахнет. Бунт! Очень возможно. Бунт! Ой! Смотрите, что творится в мире. Германия. Германия? Париж. Ой, господи. Варшава. Ай.
Сибирские золотые прииски. Так и бывает. Сначала не работают, потом выходят на улицу и баррикады строят. Ой, кошмар! К тому же... К тому же, если вы помните, да. Завтра у нас Рождество. Ну да. Теперь представьте, в каком положении очутился цвет нашего квартала. Эти люди должны такими замусоленными встретить Рождество. А что подумает духовенство? Что подумает духовенство? Боже мой, что оно подумает? Катаманте! Катаманте! Готово, сударь, в лучшем виде! Хап! Прощайте это все! К черту! Ой. Ух! Сейчас же освободить брать Кувардо! Брать Кувардо? Сколько раз говорить! Сейчас же идите и откройте камеру Бардо! Есть! Марш! Стой! Назад! Ой, еще эти девочки на мою голову! Какие девочки, сударь? Какие? Ну, этого Павля дочки. Борщика Павля. А что с ними? Веди их сию же минуту. Да, класс! А то не сносись мне головы. Ну, где я возьму деньги? Они ж берут 50 рублей. Ровно 50 рубликов. А? Плакали рублики. Ладно, действуйте. Вы скажете балетмейстеру? Этих девочек полиции рекомендует. И чтоб зачислил в танцкласс, а то выдворю из Вильнюсского квартала. Эс, марш! Бис. Честь имею. Браво! Счастье дому твоему. Да войдет оно сюда твоей молитвой. С Рождеством Христовым! Have got your mama, Nio. What
Buongiorno. Alisa. Мы пришли к вам с рождественским подарком. Ваши девочки теперь уж наверняка будут приняты в наш танцкласс. Да. Спасибо. А деньги? Деньги-то не важно. Дело в том, что этот город наводнен людьми, которые мечтают, только и мечтают о счастье ваших девочек. Да. Да. Вот. Как будет жизнь без танца, любимое дитя? О-ля-ля! Ронде-жан, играл Батман. Эр-эле-две, эпси-батман. Батман-батю, Батман-дике. Толстушка, ставши стройной, спокойно замуж пойдет шутя. Манчай в угандыне, одно уныние, подажем класс. И со всей Европой лихо пляс пошел, ура! И со всей Европой лихо пляс пошел, ура!